Беседа 58, страница 377. «Опять говорят слепому, что ты скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родители сего прозревшего». Иоанн 11:7-18. Священное Писание должно читать не просто и не как-нибудь, но со всяким тщанием, чтобы не впадать в затруднения. Вот и в настоящем случае справедливо кто-либо может прийти в недоумение. Каким образом иудеи, сказав «Не от Бога, ибо субботу не хранит», говорят слепому, «А ты что скажешь о нем, ибо он отверз очи твои?» Не сказали «Ты что скажешь о нем, нарушившем субботу?» Но вместо обвинения указывает теперь на то, что могло служить оправданием. Что же должно сказать? Это были не те, которые говорили «Нет, не от Бога», но отделившиеся от них и говорившие «Не может человек грешный делать такое». Желая еще более заградить тем уста, и чтобы не подать повода думать, что защищает Христа, они выводят на середину и спрашивают того, кто испытал на себе его силу. Заметь же мудрость нищего. Он отвечает разумнее всех их. И, во-первых, говорит, он пророк. Не испугался суда развращенных иудеев, которые противоречили и говорили, как он может быть от Бога, когда не соблюдает субботы, но сказал, что он пророк. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп, и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. Стих 18. Смотри, сколько употребляет способов, чтобы затмить и уничтожить чудо. Но таково свойство истины, что от того, чем люди думают подорвать ее, она становится сильнее и просеивает через то, чем хотят затмить. Если бы этого не было, чудо могло бы, пожалуй, остаться в подозрении у многих. Теперь же они действуют так, как будто старались открыть истину, и не иначе они стали бы поступать и в том случае, если бы всячески заботились о Христе. Между тем они старались унизить его уже тем самым, что говорили, «Как отверз очи твои», то есть не волшебством ли каким? И при другом случае, не имея ничего возразить, они старались оклеветать способ врачевания и говорили, «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула» Матфея 12:24. И теперь опять, не зная, что сказать, обращаются к времени и говорят, что он нарушает субботу и что он грешник. Но ведь он со всей строгостью спрашивал вас, своих завистников, всегда готовых порицать его дела, «Кто из вас обличит меня о грехе?» 8.46. И никто не отвечал и не сказал, ты богохульствуешь, называя себя безгрешным. А если бы они могли что сказать, никак не умолчали бы. В самом деле, люди, которые бросали в него камнями и сказали, что он не от Бога, когда услышали, что он был прежде Авраама, люди, которые, будучи сами человекоубийцами, хвалились, что они от Бога, а о том, кто совершает такие знамения, когда он исцелил в субботу, говорили, что он не от Бога, потому что не хранит субботы. Эти люди, если бы имели против него хоть тень обвинения, не преминули бы воспользоваться и тем. Если же теперь и называют его грешником за то, что он, по-видимому, нарушил субботу, то и это обвинение оказалось напрасным, так как сами же товарищи их признали его неосновательным и ничтожным. Встречая таким образом отовсюду препятствия, они обращаются к новому средству, еще более бесстыдному и наглому. Какому же именно? «Не имея ли веры, — говорит евангелист, — не поверили, что он был слеп и прозрел? Как же обвиняли его в том, что не соблюдает субботу? Не очевидно ли, что веровали? И как вы не верите многочисленному народу, соседям, видевшим его? Но, как я сказал, ложь всегда изобличает сама себя тем, чем думает повредить истине, а истину обнаруживает яснее. Это же случилось и теперь. Чтобы не сказал кто-нибудь, что соседи и видевшие его не сказали ничего решительного, но говорили о подобном лице, вот он выставляет они на середину родителей. А через то невольно подтверждает действительность события, потому что родители лучше всех знали своего сына. Не будучи в состоянии устрашить слепого, и видя, что он с полным дерзновением проповедует о благодетели, они надеялись повредить чуду через родителей. И заметьте их злостный вопрос, что они говорят? Поставив их на середину, с тем, чтобы привлечь замешательство, они с великим жаром и гневом спрашивают, «Это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым?»
и не сказали, который был прежде слепым, но как? О котором вы говорите, что он родился слепым, как будто они злонамеренно выдумали это из приверженности к Христу. О, беззаконные и пребеззаконные! Какой отец решится солгать, как так, о своем сыне? Они почти так говорят, которого выдали за слепого, и не только выдали, но и повсюду распустили о том слух. Как же он теперь видит? Какое безумие! Это ваша, говорят, хитрость и уловка? Таким образом сказав, о котором вы говорите, и как же он теперь видит? Теми и другими словами старается расположить их к тому, чтобы они отреклись. 379. Из трех предположенных вопросов, сын ли он их, был ли слеп и как прозрел, родители отвечают только на два, а на третий не отвечают. Но это послужило к утверждению истины, что на него отвечал не кто другой, а сам исцеленный, который в этом случае и есть достоверный свидетель. И возможно ли после того допустить, чтобы родители благоприятствовали, когда они из опасения иудеев умолчали нечто из того, что знали? Что же они говорят? Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах, самого спросите, пусть сам о себе скажет. 20-21 стихи. Так они отстранили себя, представив его достойным веры. Он не дитя, говорят, не малолетний, но может сам о себе свидетельствовать. Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги. Заметь, как и здесь евангелист выставляет на вид их мысли и намерения. Говорю это по поводу того замечания, которое они сделали прежде, сказав, что равным себя Богу творишь. Если бы это было мнение только иудеев, а не учение Христово, то евангелист прибавил бы и сказал, что таково было мнение иудейское. Итак, когда родители отослали их к самому исцеленному, они снова позвали его во второй раз. Тут не говорят ему прямо и без стыда: «Откажись от того, что Христос исцелил тебя», но хотят устроить это под видом благочестия. Итак, говорят: «Воздай славу Богу! Мы знаем, что человек тот грешник». Сказать родителям: «Скажите, что это не сын ваш, и что он не родился слепым», казалось крайне смешным. А сказать тоже ему самому было бы явным бесстыдством. Потому и не говорят этого, но избирают другой путь. «Воздай славу Богу», то есть сознайся, что ничего не сделал. «Мы знаем, что человек этот грешник». «Зачем же вы не обличили его, когда он говорил: „Кто из вас обличит меня во грехе?“» И откуда вы знаете, что он грешник?» Слепой ничего не отвечал на эти слова. Их: «Воздай славу Богу!» И Христос, встретившись с ним, похвалил его и не осудил. Не сказал: «Зачем ты не воздал славы Богу?» А что: «Веруешь ли в Сына Божия, чтобы ты знал, что это и значит воздавать славу Богу?» Если бы он не был равночестен отцу, то это не было бы славою. Но так как кто чтит сына, чтит и отца, то Христос по справедливости не порицает слепого. Итак, пока ожидали, что родители примут их сторону и отрекутся, ничего не говорили ему самому. Но когда увидели, что с этой стороны им ничего, нечего более надеяться, то снова обращаются к нему и говорят: «Человек сей грешен». Он сказал им в ответ: «Грешник ли он? Не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». 25 стих. Не испугался ли слепой? Немало. Как же, сказав прежде, он пророк, теперь говорит: «Грешник ли он? Не знаю». Говорит не от страха и не потому, чтобы так думал, но чтобы свидетельством самого дела, а не своими словами, оправдать от обвинений. И чтобы сделать это оправдание несомненным, так как благоприятное свидетельство посрамляло их. Уже после многих слов сказал он, что если бы этот человек не был чтителем Бога, то не мог бы творить таких знамений. И тут они так вознегодовали на него, что сказали: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Чего же бы не сделали они, и чего бы не сказали, если бы он сказал это вначале? «Грешен ли он? Не знаю». «Как бы так», — говорил он, — «об этом теперь ничего не говорю, и не даю покоя пока моего мнения. Но то хорошо знаю и готов утверждать, что, будучи грешником, он не мог бы творить таких дел». Этим он устранил от себя всякое подозрение.
и свое свидетельство сделал беспристрастным, потому что не говорил как человек расположенный, но свидетельствовался самым делом. Не успевши таким образом отвергнуть и уничтожить события, они снова обращаются к прежнему, разбирают способ исцеления, подобно людям, которые, отыскивая повсюду зверя, в безопасном месте лежащего, бегают то туда, то сюда, возвращаются к прежним словам, но опять для того, чтобы через частые вопросы выказать всю их ничтожность. Что говорят? «Воздай славу Богу!» «Что он сделал тебе?» «Как отверг свои очи?» Тоже слепой. Победив их и низложив, он уже говорит теперь не униженно. Пока дело требовало исследования и разбирательства, он, представляя доказательства, говорил с покорностью, а когда уловил их и одержал блистательную победу, он уже смело нападает на них. Что же он говорит? «Я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками?» Замещающий смелость нищего перед книжниками и фарисеями. Так могущественна истина и так бессильна ложь. Первое, когда бывает и у простых людей, бывает их, делает их славными. Последнее же, хотя бы была на стороне сильных, является их слабыми. Слова нищего значит, вы не внимаете моим словам, поэтому я не стану больше говорить, не буду отвечать на ваши частые пустые вопросы, потому что вы спрашиваете не для того, чтобы узнать, но чтобы надругаться над моими словами. Не хотите ли вы его учениками стать? Здесь уже включает себя самого в число учеников, выражая «и вы» показывает, что он уже ученик, а вместе с тем сильно осмеивает и уязвляет иудеев. 381. Действительно, он знал, что это сильно уязвляло их, а потому и сказал, желая как можно более укорить, чем выказал душу дерзновенную, возвышенную и презирающую их бешенство. Показал высокое достоинство того, за кого так смело говорил, и объявил, что они оскорбляли человека, который достоин удивления. Сам же он не оскорблялся, но считал за честь для себя то, что ему ставили в укоризну. «Ты, — говорит, — ученик его! А мы Моисеевы ученики. Стих 28. Но это неправда. Вы не ученики ни Моисея, ни его. Если бы вы были учениками Моисея, то были бы учениками и его. Поэтому-то и выше Христос говорил им, если бы вы веровали Моисею, веровали бы и мне, ибо он о мне писал. 5.45. Так как они постоянно прибегали к этим словам, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог. 9.29. Кто сказал, что сообщил вам об этом? Наши предки, скажете? Так ужели не более ваших предков заслуживает веры тот, кто доказывает знамениями, что он пришел от Бога и возвещает горнее учение? И не сказали они, мы слышали, что Моисею говорил Бог, но мы знаем. О чем вы слышали, иудеи, то утверждаете, как люди знающие. Уже ли то, что сами видели, считаете менее достоверным, чем то, о чем слышали? Ведь того вы не видели, а только слышали. А это не слышали, но сами видели. Что же слепой? Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Стих 30. И такие знамения творит. Удивительно, что он, будучи человеком не из числа известных между вами, не из числа знаменитых и славных, творит такие дела. Из этого совершенно очевидно, что он Бог, не имеющий нужды ни в какой человеческой помощи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. Стих 31. Так как они прежде сказали, как может человек грешный делать такие знамения? 16, то он теперь и обращается их к суду, припоминая им их собственные слова. Это мнение, говорит, одинаково у меня с вами. Так оставайтесь же при нем и заметь его благоразумие. Везде выставляет на вид знамение, так как они не могли отвергнуть его, и от него делает заключение. Видишь ли, что и в начале, когда говорил он, грешен ли он, не знаю, говорил не потому, чтобы сомневался. Нет, он совершенно знал, что не грешник, и потому-то теперь, когда настало благоприятное время, смотри, как оправдал. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает.
здесь не только представил его свободным от грехов, но и показал, что он весьма угоден Богу и исполняет все его повеления. Так как и иудеи называли себя чтителями Бога, то он прибавил: «И волю его творит». Недостаточно, говорит, знать Бога, но надо и волю его творить. Затем превозносит события, говоря: «От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». Стих 32. Итак, если вы признаете, что грешников Бог не слушает, а он сотворил чудо, и такое чудо, какого не совершал ни один человек, то очевидно, что он всех превзошел силой и могущество его больше, чем человеческое. Что же иудеи сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Пока надеялись, что он отречется, считали его достойным веры, и потому призвали раз и другой. А если не считали его достойным веры, то зачем, мы могли бы сказать им, вы и призывали и спрашивали его в другой раз? Когда же, не смутившись ничем, он сказал истину, и когда особенно следовало почтить его, тогда осуждают. Что же значит слова «во грехах ты родился весь»? Здесь беспощадно укоряют его в самой слепоте, и как бы так говорят: «С первого возраста ты во грехах», давая разуметь тем, что от того он и родился слепым, но это несправедливо. Потому Христос, утешая его в этом, говорил: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Во грехах ты родился, если ты ли нас учишь?» Что же сказал этот человек? Разве свое высказал он мнение? Не общее ли выставил решение, сказав: «Знаем, что грешников Бог не слушает»? Не ваши ли собственные слова привел он? И выгнали его вон. Видишь ли, проповедника истины, как бедность не была препятствием любомудрию. Видишь, чего не выслушал и чего не вытерпел он с самого начала, и как свидетельствовал и словом, и делом. 382. Но об этом написано для того, чтобы и мы были подражателями. В самом деле, если нищий, слепой, не видевший даже Христа и прежде чем удостоился от него ободрения, тотчас показал такое дерзновение, что стал против целого народа беснующегося, дышащего убийством и бешенством, и желавшего с его слов осудить Христа, и не уступил, и не отказался от своих слов, то он с полным дерзновением заградил им уста и предпочел лучше быть изверженным вон, чем изменить истине, то не тем ли более мы, жившие столько времени в вере, видевшие бесчисленные чудеса, совершенные через веру, облагодетельствованные больше его, прозревшие внутренними очами, созерцавшие неизреченное таинство и призванные к столь великой чести, не тем ли более мы должны показывать всякое дерзновение за Христа против тех, которые стараются клеветать и говорить что-либо на христиан? Не должны ли таким людям заграждать уста, а не соглашаться с ними безрассудно? А это мы в состоянии будем сделать тогда, когда и дерзновение будем иметь, и станем внимать Писанием, а не слушать их как-нибудь. И кто будет постоянно приходить сюда, тому хотя бы он не читал дома, а внимал только тому, что здесь говорится, достаточно и одного года, чтобы приобрести великую опытность. Мы не читаем сегодня одно Писание, а завтра другое, но всегда и постоянно одно и то же. И при всем том, есть многие до того жалкие, что, несмотря на такое чтение, не знают даже названий книг, и не стыдятся, и не трепещут, что так небрежно посещают божественное училище. Если игрок на цитре, танцор или другой кто из принадлежащих к театру позовет город, все бегут с поспешностью, благодарят его за приглашение и тратят целую половину дня, внимая ему одному. А когда Бог беседует с нами через пророков и апостолов, мы зеваем, чешемся, скучаем. Летом нам кажется слишком знойно, и мы отправляемся на площадь. Зимой опять помехой дождь и грязь, и мы сидим дома. На ристалище, где нет кровли, защищающей от дождя, под проливным дождем и при ветре, бросающим воду в лицо, стоят многочисленные зрители, беснуясь и не обращая внимания ни на холод, ни на дождь, ни на грязь, ни на дальность пути. Ничто их не удерживает дома, ничто не препятствует явиться туда.
А сюда, где есть и кровля, и приятная теплота, не приходит и не собирается, несмотря на то, что это нужно для блага их собственной души. Скажи мне, можно ли это снести? Потому-то, будучи опытнее всех в тех вещах, мы в необходимом знаем меньше детей. Если кто назовет тебя возницей и танцором, ты считаешь себя обиженным и всячески стараешься отклонить от себя эту укоризну. А если повлечет тебя на подобное зрелище, ты не отказываешься и почти вполне изучаешь то самое искусство, имени которого избегаешь. Но здесь, где ты должен и знать дело, и носить имя, и быть и называться христианином, ты не знаешь даже, что это за дело. Что может быть хуже такого безумия? Я хотел бы постоянно говорить вам об этом, но боюсь, чтобы напрасно и без пользы не сделать для вас ненавистным. Вижу, что безумствуют не только юноши, но и старики, за которых особенно стыжусь, когда вижу, как человек, почтенный сединою, срамит свою седину и увлекает с собою дитя. Что может быть смешнее и постыднее этого? Сын учится у отца постыдным делам. 384. Вас огорчают эти слова? Того я и хочу, чтобы неприятными речами удержать вас от постыдных дел. А эти такие, которые гораздо более бесчувственны, которые не только не стыдятся того, что мы говорим, но сплетают еще длинные рассуждения в защиту такого рода дел. Если спросить их, кто такой Амос или Авдий, или сколько числом пророков или апостолов, не смогут и рта раскрыть, а в защиту коней и возниц присает рассуждение лучше софистов и риторов. И после всего этого еще говорят, какой отсюда вред? Какая потеря? Потому-то я и воздыхаю, что вы не сознаете даже вреда и не чувствуете зла. Бог дал тебе определенное время жизни, чтобы ты служил Ему, а ты попусту, напрасно и без всякой пользы тратишь его, еще спрашиваешь, какая потеря? Когда ты истратишь напрасно хоть несколько денег, называешь это потерей. А тратя целые дни своей жизни на сатанинские зрелища, полагаешь, что ничего не делаешь предосудительного. Тебе следовало бы всю жизнь проводить в молитвах и молениях, а ты тратишь свою жизнь на крики, шум, сквернословия, ссоры, безвременные веселения и дела фокуснические. Тратишь напрасно и на свою погибель, и после всего этого спрашиваешь, какая потеря? Или не знаешь, что всего более следует беречь время? Если истратишь золото, можешь снова приобрести его. Если же погубишь время, трудно воротить его, потому что немного дано его нам на настоящую жизнь. Итак, если не употребим его, на что должно? Что скажем, явившись туда? Скажи мне, если бы ты приказал которому-нибудь из твоих сыновей выучить какому-нибудь искусству, а он всегда оставался бы дома или проводил время где-либо в другом месте, не отказался ли бы ты от него, учитель? Не сказал ли бы тебе, ты заключил со мной условия и назначил срок, но если сын твой будет находиться это время не у меня, а где-либо в другом месте, то как представлю его тебе обученным? Это же необходимо должны сказать и мы. Да и Бог скажет нам, я дал время для того, чтобы вы научились искусству благочестия. Зачем же истратили это время даром и попусту? Зачем не ходили постоянно к учителю и не внимали словам его? А что действительно благочестие есть искусство? Послушай, что говорит пророк. «Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас». Псалом 33:11. И в другом месте. «Блажен человек, которого вразумляет Господь и наставляет законом своим». Псалом 93:12. Итак, когда напрасно истратишь время, какое будешь иметь оправдание? Зачем же, говоришь, мало дано нам времени? Какая бесчувственность и неблагодарность! За что особенно следовало бы благодарить Господа, что Он сократил твои труды и уменьшил подвиги, и приготовил тебе продолжительное и бессмертное успокоение, зато ты обвиняешь Его и тем недоволен. Но я не знаю, как перешло сюда мое слово и сделалось продолжительным, поэтому и необходимо окончить его. И в том ведь наше несчастье, что здесь, если продолжится слово, мы все скучаем, а там начинают с половины дня
и расходятся при лампадах и светильниках. Но чтобы не всегда осуждать вас, мы просим и молим. Окажите эту милость и нам, и себе. Оставив все прочее, посвятите себя этому, изучению благочестия. Таким образом, и мы приобретем через вас радость и веселье, заслужим похвалу за вас и получим воздаяние. Всю же награду воспримите вы за то, что, будучи до сих пор с таким безумием преданы зрелищем, по страху Божию и вследствие наших убеждений, свергнули с себя эту болезнь, разорвали узы и прибегли к Богу. И не там только получите награду, но и здесь будете иметь чистейшее наслаждение. Такова добродетель. Кроме венцов, там она и здесь уготовляет нам жизнь приятную. Будем же исполнять сказанное, чтобы достигнуть и здешних, и тамошних благ, по благодати и человеколюбии Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь.